Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб-зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Кузбургского Исповедания. И это 63-я серия программы «Задето за живое». В этой программе я говорю о трендах, событиях или явлениях, так или иначе задевающих лично меня за живое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Ну, короче, деньги сейчас нужнее, а разницу между АКГ Лира и Блю Йети на слух, ну, практически неуловима. Ну, Лира суши, у нее больше высоких и средних высоких, зато у Йети больше объема и низов. То есть плюсы есть там и тут. Просто когда я покупал Лиру, я думал, что разница будет ах, как слышна. А потом, ну вот, сделал тест, подумал, ну и тест показал, что примерно качество поровну. Два разных микрофона мне ни к чему, а Йети уже старый, его за хорошую цену не продашь. А Лира была совсем новая, поэтому Лира продана. Так что звук пишу на Блю Йети. Надеюсь, что он неплох. Ну, а на случай непредвиденный, вдруг я опять как-то с регулировкой не разобрался. У меня всегда вот тут вот хвостик выглядывает, верный Zoom H1. Вот уж кто работает без нареканий. Отрадно, спасибо патреонам. Мы в патреоне перешли черту в 400 баксов. Правда, с 1 июля повысился налог. И с налогами, со всеми, теперь все равно еще меньше 400 баксов я получаю. Ну, как я получаю? Мы получаем наше служение. Потому что вы патроны не просто мои личные, да? Ну, вы патроны всего служения. Служение конвергенции и в том числе видеослужение. На Boosty как-то не особо идет. Я думал, что все, кому трудно читать по-английски, сейчас пойдут на Boosty. Но на Boosty всего 3 подписчика сейчас, и это, конечно, совершенно несерьезно. Тем не менее, становитесь нашими патронами, либо идите на Patreon и подписывайтесь. Это такая солидная международная платформа, отлично себя зарекомендовавшая. Ну и есть Boosty. Ее единственный плюс в том, что она полностью русифицирована. А так, принцип один. Подписался на какую-то сумму, и эта сумма ежемесячно будет списываться у тебя с карточки. Ну, в любом случае, долги наши растут. Месяц начался, новые счета поперли, счета надо оплачивать и долги отдавать. Видимо, надо продать еще что-нибудь. Пока думаю и прошу вас молиться. Спонсоров пока мы не нашли. Так что вся надежда на Бога и на вас. ОБГ новый альбом «Знак огня». Альбом очень хорош. Вообще, надо сказать, что выход нового альбома у Бориса Борисовича, у «Аквариума», для меня это всегда событие. Я, конечно, сразу его слушаю, потом понравившиеся песни заслушиваю до дыр и не перестаю удивляться вот этому таланту Бориса Борисовича, фонтанирующему всякий раз с неизменным качеством. Злые языки говорят, что БГ периодически повторяется, что есть у него просто типы песен, которые он воспроизводит из альбома в альбом. Мы эти инсинуации с негодованием отметаем. Да, есть нечто вроде фирменного знака, но зато и любим. Как по мне, так альбом «Знак огня» — это некое такое возвращение к моим идеалам, к идеалам моей юности. Ну, это, то есть, конец 80-х, начало 90-х, что-то среднее между «Черной розой» — эмблемой печали, «Красной розой» — эмблемой любви и русским альбомом. Ну, какие-то нотки вот проскальзывают. И такая милая сумасшедшенка. Ну, правда, почти нет совсем уж веселых таких песен. Ну, может быть, кроме «Масала Доса». Масала Доса, Масала Доса, на честь и совесть больше нету нынче спроса, а за углом... Ну, кто-то скажет, так ведь и времени веселые. Но Борис Борисович-то мы любим за то, что его музыка, и она вне времени. Она редко привязывается к какому-то, ну вот прям вот совсем
злободневному событию, а если и привязывается, то там всегда есть второй, третий, десятый план, который через 100 лет не устареет. И, конечно, музыкальное, композиторское и исполнительское мастерство многократно выросло по сравнению с 90-ми годами. Конечно, наверное, хитом станет, да и стал уже задорный «Пошел вон Вавилон». Пошел вон Вавилон, Вавилон пошел вон, ты ревешь, как раненый слон, пошел вон, вон Вавилон. Очень запоминающийся и яркий, ну, в расчете на хит. Но среди моих фаворитов в новом альбоме это, конечно, «Мой ясный свет». В музыкальном плане это практически шедевр. Мой ясный свет, свет не вечерний, свет беспечальный. Мой ясный свет, даже когда разверзается дно, неизъяснимый мой, подлинный мой провайдер. Рухнут софты, железо сгниет раны, мы остаемся одно. Ничего так поутру в поле, но, конечно, наверное, вершина этого альбома в поэтическом смысле, ну, это не судьба. Настоящих нас не было здесь дольше, чем и на мгновение. Настоящих нас даже не было здесь дольше, чем на мгновение. Настоящие мы возвращаемся в солнечный свет. Судьба. Ну что сказать, Борис Борисович гений. Только такой необразованный мужик, как вы, может не знать песен Гребенщикова. Кто это? Бог, от него сияние исходит. Ну, Бог, разумеется, с маленькой буквы. Молюсь о Борисе Борисовиче. В Москве, на посольстве США, на посольстве Великобритании, еще где-то, я даже перестал следить, вывесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества. На мой взгляд, это, конечно, мерзость. Сотрудники посольств прекрасно знают, что в России запрещена на законодательном уровне пропаганда этих сообществ. Хотя все, конечно, знают, что никаких гонений на эти сообщества нет. Они живут, здравствуют, процветают, имеют свои элиты и так далее. Но по закону пропаганда запрещена. И когда посольство или сотрудники посольства, пользуясь тем, что формально к ним не прикопаешься, мы на своей территории, это территория нашей страны, территория посольства считается территорией их страны, у нас ничего не запрещено, поэтому мы на своей территории можем делать, что хотим. И это такой подростковый, что ли, подход, такая шпилька. Дескать, а что вы нам сделаете? Да ничего вы нам не сделаете. Мы знаем, что это вас раздражает. Мы знаем, что это у вас запрещено. Но мы вот такие, и с нами ничего поделать нельзя. Это как если у вас сосед участковый, а живете вы в таком районе, куда ссылают участковых. И вот он в квартире у себя пьет, дебоширит, постоянно что-то сверлит, водит мужиков и девиц, а сделать ничего нельзя. Кому ты пожалуешься? Участковый он, а начальство на него махнуло рукой, потому что заменить его некем. Жаловались на него уже 1000 раз, и сделать ничего нельзя. Джентльмены, конечно, так не поступают. Католический архиепископ изгоняет злого духа. Архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Джозеф Кардильоне совместно с группой католиков совершил молитву Розария на месте свергнутого памятника монаху-францисканцу Хунипера Серра. Хунипера Серра был основателем католической миссии на территории современной Калифорнии. Его памятник был разрушен 19 июня группой протестующих из Black Lives Matter. В конце молитвы Розария архиепископ совершил обряд экзорцизма, указав тем самым на свое отношение к деструктивным проявлениям современных протестов в США
и призвал молиться об установлении истинной справедливости для всех граждан Америки. Ну что сказать, молодец. А мое прошлое видео, прошлая серия «Задето за живое», которая вся была посвящена этой проблеме, YouTube успешно пессимизирует. Конечно, просмотров больше. У меня, например, я заметил, что 3 дня просто не менялось количество просмотров. Там было 326, и 3 дня 326. Никто не смотрит, конечно. Только все ссылаются, все там пересылают на других платформах. Ну, слушайте... Это все понятно. Алгоритмы Ютуба пессимизируют видео, которые идут вразрез с генеральной линией партии. Ну, это... Ладно. Не привыкать нам. Я уже не говорю о том, что привычный, ну вот, религиозный контент просто пессимизируется ниже плинтуса. Тоже, конечно, джентльмены так не поступают. Опять! Собор Святой Софии превратили в мечеть. Вот, был бы интересно, да, красивый жест. Взяли бы и отдали его там Константинопольскому патриархату. Но я мечтатель, мне можно. То-то было бы миролюбиво, то-то хорошо. Москва так медленно выходит из самоизоляции. Я на прошлой неделе уже провел 2 встречи в кафе. И еще проведу на этой неделе, если Бог даст жизни. А это означает, что богослужения уже, ну, прям совсем-совсем открыты. Добро пожаловать к нам. Адрес вы знаете. Как всегда, наши мессы проходят по воскресеньям в 12:30, по средам в 19:00. Ждем вас на празднике Слова и Таинств Господних. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.